обманул, можно сказать. Ах. Далековато поднялся. Ну, что поделаешь. Пойдем посмотрим, как дробь легла. Ну, посмотрим, где он лежал. Вот она его лёжка. Вот она лёжка. Хорошая, уютная. Вот она лёжка. Да. Поздно я его увидел. Ну, пойдем посмотрим, как дробь легла. Стрелять я начал уже вот за вот этим бугром. У меня еще приклад за москостюм зацепился. Вот, еще потерянные, как говорится, секунды. Так что... Ну, вот она первая. Ну, слушай, однако... Ладно, посмотрим. Вот второй выстрел. Ну, а тут что-то я уже полосы не вижу. Вот дробь летела, вот. Не, вот его тоже накрыло. Так. Хорошо. Вот еще. Вот накрывало. Так, надо смотреть. Надо смотреть. Еду. Пусть он успокаивается. Может быть, доберу. Все, поехали смотреть дальше. Очень далеко. Очень далеко выскочил. Вот он сделал скидочку. Вернулся. Ну и где-то вот здесь вот у него натоптано. Где-то вот здесь у него, видать, была лёжка. Но выскочил он от меня. Выскочил, может, и близко. Но увидел я его уже метров на 80. Да, второй зайчик обманывает. Второй зайчик.
Ну вот, вижу скидку. Вот она. Все. И дальше. И дальше вот вижу опять. Ну тут просто нереально идти по следу. Просто нереально. Есть. 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 Но все-таки не удалось его. Не удалось ему меня обхитрить. Была скидка с дороги. Была скидка с дороги. И в траве практически следов не видно. Прошел буквально несколько метров, ну и нашел еще одну скидку, и все, и потерял. Потерял. Так, где гильза? Гильзу фиг найдешь, ну ладно. Так, ну что, пойдем посмотрим зайца. О, как пух с него выбило. Пойдем посмотрим зайца. Вот если видно, кучно ударило. Вот он пух, вот он пух, а вот наш зайчик, вот наш зайчик. О, да зайчик-то хороший, зайчик хороший. Если видно, вот выбило зайца пух. Вот такая вот полоса. Такая вот полоса дроби. Кучно легло. Чок, прогресс. Так, ну пойдемте посмотрим, где у нас заяц выскочил. Где у нас заяц? И опять следов нету нифига. Так, следа не вижу вообще. Так, так. Вот, друзья, его лёжечко. Вот. Практически. Я думал, вот здесь вот на арыке, небольшой арык, но нет, он на поле. Пошел, ну и где-то на расстоянии 20 метров я его стрельнул. Ну что, с полем?
Ну что, друзья, вот такая вот сегодня получилась охота. Начал в 9 часов, закончил 16:25. Находился от души. Ну, как обычно, забыл включить шагомер, но я думаю, не менее 15 километров. Ну и возвращаясь уже на круг в сторону дома, на старой дороге, по которой никто не едет, нашел след заячий. Значит, он по дороге в одну сторону прошел, наверное, метров 500, сдвоил метров 100, сделал скидку. Снега мало, трава такая пушистая, и следы очень тяжело в траве. Ну, как бы ямки угадываются, но дело в том, что пока ты будешь разбирать следы, он поднимется, ты его даже не увидишь. Ну, поэтому прошел немного, потерял. Обнаружил, что сделал скидку. Ну, тогда я решил все это дело бросить, следопытство. И просто там с правой стороны был небольшой арык, как бы отсекал часть поля. Ну и вероятнее всего, что он должен был лечь либо под арыком, либо в арыке. Он там не глубокий, по колено. Ну и решил дать круг, чисто прочесать такие подозрительные места. Ну, прошел немного, все это вы видели, и поднял зайца. Вот такой вот молодой русачок, ну, не знаю, наверное, килограмма 3,5, не больше. Ну, чуть не обманул. Стрелял тройкой, дульное сужение «Прогресс» 0,75, где-то бил его на 20 метров. Легло очень кучно, прям по снегу, там должно, на камеру я снимал, должно получиться. Ну и как бы заяц был взят чисто с первого выстрела. Ну что, друзья, вы охотились с сибирским пилигримом. Удачи, до новых встреч!